За решетку, за крышу для продавцов-нелегалов. Заместитель главы района признан виновным во взяточничестве. Согласно материалам обвинения, заместитель главы Московского района Роман Яшенков, который отвечал за контроль предпринимательской деятельности, вместо этого самого контроля за взятки закрывал глаза на нарушения. Суд сегодня вынес приговор по этому делу. Мы пошли на такое преступление. Сожалеете, содеянно? Свои вины признаете? Вместо того, чтобы пресечь незаконную торговлю, он, используя свое служебное положение, обещая покровительство по службе, организовал помощь данным лицам за денежное вознаграждение в сумме более 500 тысяч рублей с каждого. В результате этого объекты незаконной торговли не были удалены, продолжали существовать. Да, вот стоял на этом месте, он стоял на газопроводе. Они сидят на таких местах, слуги народа, еще и взятками занимаются. Конечно, это очень плохо. Я считаю, что это очень плохо. Недостойно таких лиц. Суд приговорил. Признать Яшенкова Романа Владимировича виновным в совершении двух преступлений, назначить Яшенкова наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10 миллионов рублей. Вы довольны решением суда? Нет, конечно. Будете обжаловать? Обязательно. Больше мне нечего вам сказать. Кстати, как сообщает информагентство, со стороны городской администрации было открытое противодействие расследованию. После задержания коррумпированного чиновника его пытались уволить задним числом, но фальсификацию удалось доказать.